По мнению генерального прокурора, проблема возникла в том числе с ненадлежащим наблюдением за уровнем воды на водоемах. По данным ведомства, из 1000 автоматизированных комплексов и постов гидрологической сети пятая часть на момент проверки в 2023 году не работала. Средства измерения расхода воды при прогнозировании паводка не использовались. От министра природных ресурсов и руководителя Росгидромета в январе текущего года мной потребовано устранить нарушения. Однако принятые ими меры оказались неэффективными и недостаточными. Отсутствие достоверной информации о показателях притока воды в ответственный момент и не позволило предотвратить глобальное затопление территории нескольких регионов. Это стало одной из причин чрезвычайного происшествия. В результате в нескольких регионах страны пострадали десятки тысяч людей. Их имуществу и экономике нанесен значительный ущерб, который еще предстоит оценить.